Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией, мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами буксом, называется Challenge Books. Вот так вот он выглядит, здесь можно посмотреть. Регистрация здесь стандартная. Так, статистика, последние выплаты. Как видим, здесь 30 число, 30.08. Минимальный вывод здесь от 10 центов. Минималка не поднимается. Перейдем в аккаунт. Значит, что нужно сделать? Это наша домашняя страничка. Вот здесь, где ваш логин, кликаем сюда. И здесь персонал сеттинг. Заходим сюда. Вот сюда платежные реквизиты. И прописываем свои платежные реквизиты. Кликаем, сохраняем. Все. Платежный реквизит Payr и Perfect Money. Хотите два, хотите один, сохраняйте. Далее по вкладочкам идем. Это главная страница, статистика, помощь. Так, можно посмотреть мой аккаунт, я вам показала. ADD фонд — это если добавить денежные средства, добавлять. Здесь только USD, рублей здесь нет. Payr и Perfect Money. Вывод. Также Payr и Perfect Money. Как я сказала, минимум 10 центов. Что на Perfect, что на Payr. Идет апгрейд. Здесь вот как из серии Coin монет можно покупать уровни. Значит, минимальный за 20 центов, потом идет 50 центов, 1,5 доллара, 5, ну и так по нарастающей. Вот я потом себе прикуплю за 1,5 доллара. Чтобы мне капала монетка, я их буду собирать. Далее можно делать перевод с баланса на вывод на баланс покупки, минимум 1 доллар. Здесь вкладочка VIF ADS будет рекламка, денежные ссылочки на просмотре сайтов. Будем зарабатывать. У меня все просмотрено. Как бы обновляется раз в 24 часа. Здесь можно увеличить, как бы, например, за 1 доллар плюс 5%. Как бы ссылочки будут дороже. Вот. За 2 доллара 10%. Ну, это по желанию. Также можно рекламить свои проекты. Вот. Так, есть бонус. И, как я сказала, из серии Coin монет. Вот у меня вот этот Coin монеты есть. И вот 1, 2, 3, 4. И вот этот вот у меня 5-й. Букс. Замечательные буксы. Вообще суперские. Ну, надеюсь, этот будет такой же суперский букс. Далее вкладочка баннеры. Находится два баннера есть и партнерская ссылочка. Вот она, партнерская ссылочка. Здесь как бы ссылочка на баннер и второй баннер. И здесь будут отображаться рефералы. Вот. Ну, в принципе, я все такое и показала. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Будет что выводить. Естественно, буду делать видеообзор. В данный момент у меня такая сумма. И такая вот у меня сумма на рекламном балансе. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.